Головченко Николай Геннадьевич, кандидат в депутаты Гагаринского муниципального округа. Предвыборная программа кандидата. Организация Центра бесплатной правовой помощи. Открытие электронных приемных в Гагаринском районе для оперативного обращения граждан. Оказание адресной помощи малоимущим, инвалидам, ветеранам и многодетным семьям. Создание бесплатных удобств на пляже Адмиральский. Разработка программы по внедрению электромобилей в общественный транспорт. Реконструкция Парка Победы. Кандидат от партии «Родина» Головченко Николай Геннадьевич. Севастополь прежде всего.